В Белгороде прошел семинар, посвященный изучению форм гражданско-патриотического воспитания с помощью использования кадетского движения и военно-патриотических клубов. Форум объединил педагогов из Белгородской области, а также Курска, Орла и Тулы. Репортаж Юлии Беккер. Проворачиваешь до упора и вперед проводишь, и пальцем придерживаешь. Автоматический пистолет Стечкина, пулемет Печенек, пистолет-пулемет Витязь. Кадеты 37-й школы Белгорода постигают военное искусство на практике. В этот раз ребята собирали и разбирали оружие, учились строевой подготовке, а самые младшие ходили в музей, посвященный работе сотрудников ОМОНа Росгвардии. Военно-патриотическое воспитание молодежи – это одна из задач войск Национальной гвардии Российской Федерации. Принята целая концепция по развитию данного направления и, естественно, мы в стороне не стоим, постоянно работаем с молодежью, дабы привить им любовь к родине, привить уважение к службе, ну и, возможно, желание продолжить службу, в том числе и в нашем подразделении. Дружбе 37-й школы Белгородского ОМОНа Росгвардии более 14 лет. О своем опыте взаимодействия белгородцы рассказали участникам семинара. С ОМОНом мы всегда дружим. Это наши шефы. Это уже с 2005 года. И всегда, то есть, проходят у нас занятия. Это сборка и разборка автоматов, строевая подготовка. Шефы наши помогают нам участвовать в конкурсах, готовят нас. Так что так бы мы с ними сотрудничаем и друг другу помогаем. Перенимать опыт гости приехали и в 32-й лицей. Здесь первоклассники прошли посвящение в юнармейцы. Каждый класс в учебном заведении имеет свою специальную форму. Прототипом послужило обмундирование казаков, Национальной гвардии, военно-морского флота, пограничников. Я взял за основу устав и сделал сценарий проведения этого ритуала. У нас существует старшее по вручению знаний, это генерал-майор Горбузенко. И вручают руководители и представители ветеранских общественных организаций. Они вручают грамоту и вручают флаг. И уже после вручения отряд становится полноценным юнармейским отрядом. Военно-патриотический клуб «Патриот» работает в лицее с 2012 года. Сейчас он объединяет 43 юнармейских отряда. Всего в рамках двухдневного семинара гости из других регионов побывали на 8 точках, среди которых школы города, детский оздоровительный лагерь «Сосновый Бор», тренировочная база ОМОНа Росгвардии и центр дополнительного образования «Ровесник». Впечатлений масса, и уже сейчас понимаем, что вот мы род войск присваивали кадетским классам направление с 5 по 9, а сейчас понимаем, что, наверное, нужно немножко изменить свою работу и начать это делать с 1-го, как-то потихонечку внедрять форму, направление, работу, заниматься, тренироваться и развиваться в этом направлении нам очень понравилось. Мы сегодня увидели, во-первых, разноплановость кадетского движения в городе Белгороде, значит, Белгородской области, насыщенность материальной базы через закрепление соглашения о сотрудничестве. Это вообще прекрасно. В целом, прекрасное впечатление о всех абсолютно точках и школах, где мы побыли. Участниками семинара стали почти 30 педагогов из нашей области, а также из Курска, Орла и Тулы. В завершение были вручены сертификаты. Юлия Беккер, Дмитрий Ерема, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.